Здравствуйте! Это новости недели, и с вами я, Яна Теслюк. Сегодня в программе. Внедрение модели поликультурного воспитания в гимназии прошла тематическая неделя «Я громадянин Беларуси». Фестиваль национальных культур открыли страны-соседи Литва и Латвия. Мы познакомились с культурой и традициями этих стран, слушали стихи на литовском языке, играли в литовские игры и станцевали танец. В пятницу нас встречали гостеприимные белорусы. Звучали белорусские песни и стихотворения, нас угощали вкусными блюдами национальной кухни. Мы побывали в царстве русских сказок. Мы поучаствовали в мастер-классе и стали виртуальными путешественниками по необъятным просторам России. Украина встречала нас своими песнями и плясками. Ребята с удовольствием поучаствовали во флешмобе «Заспеваем разом». Завершила фестиваль национальных культур наша соседка Польша. Мы узнали об интересных фактах и событиях этой страны, пели песни на польском языке и смотрели польские мультфильмы. Раз, два, три, хопла! О! Гапа, татуш! О, может трошечка за высоко. Фестиваль прошел весело и интересно. Он стал доброй традицией нашей гимназии. А такими были новости недели. Спасибо за внимание.